Всем привет, дорогие друзья, вы снова на канале Daniel Dance. В этом ролике я буду проверять игроков на честность, а точнее я отдам свой бизнес игроку сроком на 2 дня. Выберу я этого игрока путем рандоморга, я веду общее количество игроков на сервере, и на рандоморге я уже выберу рандомный ID, который меня телепортирует администратор, и я попробую как-то с ним договориться, чтобы он пошел в Discord и отдать ему бизнес. Что из этого получилось, смотрите в этом ролике, ну а вам, ребята, приятного просмотра, ну а мы начинаем. Так, вот мы уже и на сервере, насколько я помню, 673 человека у нас было, точнее игрока. Одного выбираем из 670. Поэтому нажимаем Generate. И это ID у нас 84. Пишу его админу, чтобы она меня к нему тэпнула. Так, я сейчас сяду в задик, чтобы, если что, подъехать к нему, чтобы я не бежал, если она меня далеко от него тэпнет. Итак, ребятки, повторюсь, нам выпал человек с ID 84. Сейчас я даже вам его ник назову. 84 ID. Это получается Денис. У него 5 уровень, он уже бизнес может довольно-таки иметь. Бизак, по-моему, насколько я знаю, со 2 уровня можно покупать или с 3, что-то такое. Поэтому сейчас у меня тэпнет к нему администратор, и будем с ним как-то договариваться, чтобы попробовать ему отдать свой бизнес на 2 дня. Возможно, даже с ним как-то подружусь. Хотя, знаете что, возможно, он даже за углом тут стоит. А нет, вот он все-таки, она меня к нему тэпнула. Вот он, Денис. Он как раз бомжик, бежит куда-то. Сейчас мы к нему подъедем быстренько. Вон он бежит, насколько я понимаю. Денис, привет. Денис, стой. Денис, стой, привет. А у тебя есть Дискорд? Можешь мне помочь, пожалуйста, Денис? Ну, мне там надо будет немного помочь. Можешь мне помочь, пожалуйста? У тебя есть Дискорд? Давай ты меня в Дискорд добавишь. Садись ко мне в машину, брат. Довольно-таки адекватный челик, кстати, попался. Сейчас я его добавлю в Дискорд, напишу ему свой ДС. И надеюсь, то, что он мне добавит. Или все-таки давайте лучше у него Дискорд спросим. Денис, можешь дать Дискорд, пожалуйста? Хорошо, я подожду, я не буду ехать, вдруг тебя кикнет, окей. Буду ждать, пока мне напишет свой Дискорд. Пока что я поеду, помою свой задик. Дракоша, год. Ой, ребят, ну вы, наверное, его Дискорд не будете видеть полностью, но если что, я его замажу, так что вы не увидите его Дискорд. Все, будем ждать, пока он примет мою заявочку, пока что перейдем в ожидание. И где-то в конце он тут должен быть. Профиль, отправить запрос дружбы и написать сообщение. Все, будем ждать, пока у меня добавят друзья. Также мне администратор только что написал в ВК, чтобы мы договор делали в письменной форме, чтобы на всякий случай его могли снести. Я ему отдам свой бизнес сроком на 2 дня, соответственно, в субботу я должен буду его забрать. Все, сейчас мы переходим уже в Дискорд, будем с ним общаться. Блин, знаешь что, мне надо небольшая помощь твоя, ты сможешь мне помочь? Смотри, у меня есть бизнес, можешь его, пожалуйста, 2 дня подержать, потому что я уезжать скоро буду. Могу. Ну, только ты пообещаешь, что ты меня не обманешь, он там оплачен, продукты там есть, если что, финку можешь с него забрать, договорились? Я тебя не обманул, я все равно не разбираюсь. Ну, ты мне должен будешь его вернуть, только в Дискорде меня не забудь и ник мой запомни, хорошо? Сейчас мы поедем, я тебе бизнес передам, договорились? Сейчас, да, только никому мой бизнес не отдавай, понял? Он должен быть только у тебя. 2 дня, я у тебя в субботу его заберу, ты же в субботу не будешь занят? Не, не буду. Просто я тут тоже, у меня уровень тоже 5, как у тебя, можешь сам проверить. Я тут еще ни с кем не познакомился, никто меня не знает. Поэтому у меня нету тут друзей, сейчас не могу ни с кем списаться, чтобы мне помогли. А я уже сегодня буду уезжать, понимаешь? Понял. Не, ну вот даже можешь посмотреть, у меня такой же уровень, как у тебя, 5. Так, нормально тут? Угу. А ты вообще играл еще на каких-то серверах Радмира? Играл на 1, 2, 3, 4. А че ушел? Потому что на них большой онлайн и хрен зайдет. Так ты, грубо говоря, не новичок. Как бы, да, не новичок, но на этом сервере новичок. А дай свой номер телефона хотя бы в игре, чтобы я мог тебе позвонить, если что, ты в Дискорде там не будешь в сети. Можешь мне просто набрать, чтобы я запомнил твою симку. У меня симка 116-111, если не ошибаюсь. Тоже бежал до дальнобойщиков поработать. Ты ко мне подъезжаешь. Да мне просто, знаешь, я сейчас уже просто очень спешу, надо кому-то отдать бизнес, чтобы, типа он же может лететь, понимаешь, там, если продукты не купить. Вот я именно поэтому приезжаю, только ты продукты не забудь купить. Там есть деньги на бизнесе, если что, купишь продукты, договорились? Угу. Давай ВК свой напиши, я тебя в игре жду. Ребят, как думаете, обманет он меня или нет? Потому что он довольно-таки маленький челик. И он вроде бы играл на многих серверах. Он играл на 1, как я слышал, 2 и 4. Но сказал то, что там онлайн большой, и поэтому он с них ушел. Сейчас буду ждать, пока мне напишет свой ВК. Также, наверное, Дискорд выводит. Я не буду замазывать, потому что я ролик положу гораздо позже. И на тот момент либо он меня обманет, либо отдаст безак. Этого я еще не знаю на момент записи видео. Так что вот так как-то. Блин, 5 минут прошло, а я же на базе появился. А где у тебя база? База, она, короче. Фу, как это сказать? Ты сейчас где? Подъезжай, короче, к вокзалу. Она возле АТП-1 у тебя в Арзамасе? Нет, не там. Подъезжай, короче, к вокзалу этому в Арзамасе. Я сейчас уже подъеду на велике. Ну давай я тебе в игре напишу, чтобы ты прям понятно было, мало ли там что-то не дослышишь. Так, я пишу, ребят, я тебе вот даю биз на 2 дня до субботы. Это суббота, это какое число будет у нас, ты не знаешь? 15 вроде бы. 15 получается, 15 августа. Я тебе сейчас отдаю бизнес сроком на 2 дня, ты мне в субботу его вернешь, окей? Угу.
Все, давай, я тебе сейчас его за 1 рубль продам. ВК ты мне все написал, я тебе потом добавлю в ВК, окей? Просто мне сейчас ВК не грузится. Так, окей. Я из Украины, у меня ВП не открывается. Sell my... Да не бей, тебя сейчас забанят, еще не надо на 5 дней. Ни с кем не делись, потому что тебя реально могут забанить. Я не буду за так, 1 рубль. За 1 рубль согласись. Так, все, давай, удачи тебе, я, наверное, уже офаться буду, потому что время поджимает. Все, давай, пока, удачи тебе, окей. Спасибо большое, Денис. Все, давай. Итак, ребятки, в связи с тем, то, что я сказочный долбоёб, видео не записалось. Ну, оно записалось, но записалось не все. Концовка не записалась, то, как я ему передаю бизнес. Но, тем не менее, вот, как видите, бизнес сейчас на его никнейме. Я ему продал его за 1 рубль. Если я смогу найти скриншот, или же админ как-то это все снимал, тогда мы сможем его забанить. Но, а если нет, тогда у меня нет доказательств, что я ему отдавал бизнес, так как это не записалось. Я снимал через OBS, но OBS почему-то решила не захватывать GTA. Я с ним разберусь, с этим OBS-ом еще ему поебало настучу, конечно. Ну, а на этом как бы все, ребятки. Также напишите в комментариях, как вы думаете, вернет мне данный игрок бизнес или нет. Мне кажется, то, что мне его не вернет, но это сугубо мое мнение, я могу ошибаться. Но вам, ребятки, спасибо большое, что досмотрели данный видеоролик до конца. Если он понравился, напишите либо комментарий, поставьте лайк. Всем удачи, ребята, и пока-пока. До новых встреч. Ярик, пиздец!